Моему любимому исполнилось 47 лет. Мы сердечно поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, крепости и силы. Вот как наша многодетная семья справляет папин праздник. Глубокий старик. От папы поздравления. Туда смотри. Туда. Сейчас фоткаю вас. Папа себе на день рождения что подарил? Алоэ вера. Любимый мой мальчик. Да. Там кусочки я жду. И там же обрезку надо, если там есть. Больше ничего не надо. А то... Ну вот. Так порежете, что... Готовим. Как будто его и кушать нечего. Шашлычки. Вот на Владикин вот день рождения. Палки, да? Это сало что ли там есть? Маринованные. Нет, сало вроде нету. Ты не съешь даже. Почему съешь? Нет, большая, очень много мяса. Я тоже думаю, сейчас мясо чуть поедят, и уже сосиски не будут. Есть там маленькие, понял, лежат в пакете. Одну вытащи, эту маленькую. Вспомнишь, они вроде как совсем маленькие. А сколько сейчас жары у нас? Сейчас скажу, давай. Поглядим. Такие молодцы, да? Самую жару кто готовит? Мы. Мы не боимся же жары, да? Вот, в Киеве, под Киевом. 33, это под Киевом. Ага. А в Киеве все 35. Ташкент. Пришел в Киев, в Ташкент. Что такое? Разгар лета, да? Да. Ну что, ты доволен своим днем, Владик? Я недоволен, что года быстро бегут. Вот это я недоволен. А так, в жизни я всем доволен. Вырастили, родили 10 детей, воспитали как смогли. И не идеальных, конечно, но тем не менее, дети самостоятельные. Вот. И еще будем воспитывать дальше по мере наших сил. Спасибо добрым людям всем, которые отзываются, входят в наше положение, что сейчас болеем. И вот в связи с этой болезнью, конечно, много что не удается, не получается сделать. Вот. Но тем не менее, слава Богу за все. Да. Пока вот ходим в корсете, с корсетом. Но, слава Богу, что хоть в корсете можем ходить. Ну, сейчас сдадим этот, как МРТ, да? Да, посмотрим. Сходим. Ну, я чувствую, как что там идет улучшение, хорошее идет, на поправку идет. Конечно, тяжело еще не могу поднимать, что-то где-то подниму, сразу спину отдаю. Угу. Вот. Но уже могу стоять, ходить уже, слава Богу. Все да. будет хорошо, и у вас все будет хорошо. И пусть и вас Бог благословит. Да. Приходите на шашлык к нам. Если успеваете, посмотрите, приходите. Мяса всем хватит. Свою порцию вам отдам. Ехала Люба, ей 18 лет, старшая дочка, и пофотографировала нас. Пообщались вместе, это было очень приятно. Порчу? Я тебе говорю о том, чтобы думать о будущем. Это как один человек. Нет, 4 человека. Я говорю, у нас 2 взрослых, все, двое. Двое взрослых, подросток один, и все, остальные малыши. Трёшь, непонятный такой. Да они... просто после карантина все отвыкли. Только папа может в такую погоду готовить шашлыки. Знаешь, вообще... когда здесь деревья, Марина, вырастут? Да, когда они вырастут только, будет. Да? Когда нам столько, сколько нам лет будет, когда они вырастут? У меня уже тапочки горят, угу. Я не могу уже наступать. То есть папа жертвует собой ради вас, чтобы вы... порадовались шашлычку. Какой папа у нас хороший. Я тебя так люблю. Да. Ничего, мы вот смотри, посади. Что, мне непонятно. Ну. Истина защиты не требует. Допустим, вот государственность. Если бы не хочет почему-то, если вы не принимаете что-то одно, а что-то другое вы принимаете от союза. Ой, как же это аппетитненько, вкусненько, ароматненько. А он что,
Ну, начал как он не у. Вот он, да, не его сали. Что, тебе нравится? Ты обезьяна. Они слоны. Я лично нет. Сладкий мой следит, чтобы не сгорел шашлычок. Милана в школу вообще. Папочка шашлычки сделал, все съели. Сейчас делает сосиски. Колбаски. Сегодня очень жарко. А куда бананы? Вот, папа. Вот бананы сколько. Вот они колбасочки наши, сосисочки, как они там. Сосисочки, колбасочки. Дружно за столом покушали шашлычки, бананчики в такую жаркую погоду. Спасибо папе, постарался вкусняшку такую сделать. Как же без этого? Я же люблю танцевать. Но тут нельзя музыку вставлять, авторские права скажут. Как звучит музыка, я сразу начинаю плясать. Тут Любаша вместе с нами. Вся наша дружная команда. Вот, папа отдыхает. Поздравляем с днем рождения, любимый. Ну, а Натану что надо? Натану надо поваляться вот так вот. Вот сколько себя помню, всегда танцевала. Это поднимает настроение. Ну, и весело становится. У меня дети все танцуют. Это прекрасно. Тарам-тарам-там-там. Желаю тебе, любимый, здоровья, крепости, сил. И чтобы ты меня любил. Так интересно, вот возраст возрастом, а все равно внутри ты остаешься всегда молодым, жизнерадостным, полным энергии и сил. Даже думаешь, время, оно неизбежно бежит, просто неумолимо. Не успеешь оглянуться, тут ап. А мне все так же хочется быть молодой 20 лет. Вот я приставочка. Ну, я думаю, что мы... У нас отношения друг с другом такие дружеские, дружеские взаимоотношения. Вот самое главное, что я считаю, это в семье. Это надо уметь друг друга слушать, понимать. Когда ты будешь иметь уши, тогда это прекрасно. Ну, вот тут мы с Софией, это моя младшая. Доченька пятая, вот мы с ней кружимся. Раньше мы так с Любой кружились, танцевали во всем. С ней всегда весело, она такая прикольная. Она чем-то меня напоминает. Хочется пожелать, чтобы в каждой семье были такие дружеские взаимоотношения, чтобы играли, было весело, чтобы никто не грустил, не плакал, не переживал. Самое приятное, когда ты в доме, чувствуешь, что тебя любят, что если тебе грустно, тебя утешат. Да, мы не идеальная семья, и у нас тоже бывают там разногласия, или мы что-то как-то не понимаем друг друга, но это все равно мы друг друга прощаем. Самое главное – это атмосфера любви во взаимоотношениях, во всем. Для Владика, конечно, было очень приятно, что Любаша приехала на его день рождения. Ну и внимание, конечно, оно приятно. Вместе с нами пообщалась, потанцевали, мороженое покушали шашлычком. Ну давай, давай, Люба. Что с тобой не так? Люба сейчас высший класс покажет. Что с тобой не так? О, давай крутись. Давай крутись. Мама, у нас стрёмно. А, как хорошо. О! Разошлась, смотри. Что, пойдем, дрыз-трым? Все, отдавай. Блин, ты тоже надо. Да. Один из сортов был донос. Вот это какой-то пешки, я прям. Отправились на прогулку. По вечернему Киеву вместе с Владиком наедине.
отдыхаешь, смотришь на эти огни различные, общаешься между собой. Такие прогулки бывают редкие, но они так запечатляются, действительно отдыхаешь и душой. Желаю всем возлюбленным, мужьям и женам оставаться наедине, прогуливаться, просто наслаждаться жизнью. Я не знаю. Карамелька, ничего себе, домик карамельный такой. А мы все прогуливаемся. Я говорю, уже пора домой. Хочу домой, уже все. Уже нагулялась я. Мы первый раз в Киеве гуляем, да? В основном во Львове мы гуляли. В Одессе мы гуляли. А вот тут в первый раз. Ничего прикольного.